Если коротко, то у россиян вырастут счета за электричество. Например, сейчас жители Иркутской области платят за киловатт в час 1 рубль 1 копейку. Будет дороже. И вот кто нуждается в помощи. «Русал» – крупнейший в России потребитель электроэнергии. В 2016 году предприятия компании закупили 62 миллиарда киловатт-час. Это более 6% от всего потребления в России и 30% в Сибири. Итак, что просит у правительства Олег Дерипаска? Повысить предельный уровень платежей на тепло и горячую воду, а также электроэнергию в Иркутской области. Выгода для компании – 115 миллионов рублей в год. Последствия для россиян – тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 1%. Освободить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности. Выгода для компании – экономия 13-18 миллиардов рублей в год. Последствия для россиян – счета за электроэнергию в Сибири вырастут на 12%. Освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Выгода для компании – экономия 2-3 миллиардов рублей в год. Последствия для россиян – платить за электроэнергию в Сибири надо будет еще на 1-2% больше. Поднять тарифы для жителей Иркутской области, понизив их для промышленности. Выгода для компании – 3 миллиарда рублей в год. Последствия для россиян – цена за 1 киловатт-час вырастет выше существующего сейчас рубля 1 копейки. Дерипаска все свои пожелания объяснил тем, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в России. Были самые низкие.